Но маленький вопрос поставлю. На основании чего депутаты изобретают законы? Они что у них, от химической реакции в мозгу, что ли, получаются? Нет, не от химической реакции. Почему один говорит, я считаю, налог должен быть вот таким, а другой ему в морду кулаком и говорит, а я считаю, налог должен быть таким. А почему ты так считаешь? А у меня такие идеалы. Откуда эти идеалы взялись? Они взялись от той идеологии, которой он руководствуется. Поэтому посмотрите у нас в Думе, какие фракции. Марксистская у Зюганова, там какая идеология? Материалистическая. У Жириновского либерти-демократическая. У Яблока там было кисло-сладко-яблочное и так далее. То есть каждый суслик-агроном, у него своя идеология, плюрализм.